В новом сезоне Михалычу придется столкнуться с пугающей современностью. Не в ту дверь вошел. И ради решения проблем он станет рэпером. Шишки, кедры, ветки, ели, вас излечат от похмелья. Блогером. Орк, привет. Так, это что за хмырь? И стартапером. Фирменный продукт в большом количестве и с приличной маржовостью. Маржинальностью, дядь. Но все равно не забудет свои корни. Сам смастерил на зоне. Какой красивый. Золотые зубы. Просто Михалыч 2. Искусственное дыхание надо сделать.